Друзья, всем огромный привет! Сегодня приготовлю шарлотку из яблок. У меня просеянная мука, куриные яйца, яблоки, соль, сахар, сметана, разрыхлитель ванилин и, конечно, хорошее настроение. И начинаем готовить. Стакан сахара, немного соли, 5 куриных яиц. Стеклянный нужно понемножку бить, иначе все будет на столе. Все яйца. Друзья, вы можете использовать блендер, миксер, но у меня есть вот такая приспособа, то есть венчик. Нормально. Я и венчиком забью хорошо. 200 грамм сметаны. Все хорошо перемешиваю. Но вот у меня здесь пачка разрыхлителя 13 грамм. Ну, грамм 7, я думаю, больше надо. Пачка ванилина. Замешиваем тесто такое, как густая-густая сметана. Друзья, обратите внимание, вот такое получилось тесто по консистенции. В общем, густое. Занимаюсь яблоками, нарезаю мелким кубиком. Можно было яблоки почистить от кожуры, но зачем, не вижу смысла. В общем, занимаемся. Все перемешиваю. Выпекать я буду вот в такой форме. Форму я смазала сливочным растопленным маслом. Выливаю содержимое. Вот таким образом хорошо разравниваю. Теперь я хочу этот пирог как-то украсить. У меня яблоки, которые я порезала вот так. Вот так я уложила яблочки. Что я делаю? Чтобы у нас была сверху корочка, я яблочки немного присыплю сахарком. У меня все готово. Отправляю в духовку, разогретую на 180 градусов, где-то на час. Вот эту красоту! Друзья, хоть сейчас ешь, но, увы, часок нужно подождать. Готовим! Пирог наш готовится в духовке где-то час при температуре 180 градусов. Я думаю, он полностью готов. Ой, какая красота! Очередная. Вот такой у нас получился пирог. Сейчас остынет и будем пробовать. Обратите внимание, ждем. Красивый. Пирог остыл немножко. Что я делаю? Беру. Ой, и вот таким образом я немного его потрясу. Так сказать, чтобы он отстал от формы. Так, что я делаю? Беру вот такое стеклянное блюдо. Накрыла. Раз, переворачиваю, аккуратненько, несколько несложных движений, и пирог мы переложили. Давайте попробуем, какая же она у нас на вкус. Вот обратите внимание. Вот такая в разрезе, да? Вообще. Вот вы обратите внимание, как хорошо пропеклась шарлотка и сколько много внутри яблок. Вот такая у нас красота яблочная. Вот кушаю шарлотку, она и кисленькая, и сладенькая. В общем, бесподобная. Друзья, готовьте вместе с Еленой. Всем удачи, пока. Ну а мы будем кушать. Немножко попьем чайку.